Сейчас на примере вычисления чисел Фибоначчи мы видим, насколько сильно правильный выбор алгоритма может влиять на эффективность работы программы. Давайте сперва напишем простой рекурсивный алгоритм для вычисления чисел Фибоначчи. Возьмем имеющийся у нас шаблон. Как мы знаем, нулевое число Фибоначчи равно нулю, а первое число Фибоначчи равно единице. Поэтому если n равно нулю или n равно единице, мы можем вернуть n. В противном случае число Фибоначчи вычисляется как сумма двух предыдущих. Сохраняем. Компилируем. Проверяем то, что программа работает. Например, нулевое число Фибоначчи 0, первое число Фибоначчи 0, 1, а восьмое число Фибоначчи 21. Таким образом, данная простая программа уже позволяет вычислить первые несколько чисел Фибоначчи. Теперь измерим время работы реализованного алгоритма при помощи утилиты time. Пробуем вычислить 30-е число Фибоначчи. Оно вычислилось за 2 миллисекунды. Это пока что мало. 35-е число Фибоначчи уже вычислялось около 30 миллисекунд. Это все еще мало. Давайте вычислим 43-е число Фибоначчи. И программа работала 1,5 секунды. Мы уже видели ощутимую задержку. 44-е число Фибоначчи вычисляется 2,4 секунды этой программой. 45-е число Фибоначчи вычисляется почти 4 секунды. 46-е число Фибоначчи. Мы ждем, 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 ждем. Вычислилось за 6 секунд. И видно, что время работы программы растет очень быстро. 47-е число Фибоначчи, например, вычисляется и все еще вычисляется чуть больше 10 секунд. Кроме того, мы можем заметить, что 47-й число Фибоначчи у нас получился отрицательным, что, очевидно, невозможно. Все потому, что на компьютере, на котором мы тестируем, тип int не может хранить значение, превышающее 2 в 31. Как только число Фибоначчи оказалось больше, чем 2 в 31, случилось переполнение целочисленного типа, и мы получили на выходе отрицательное число. Так как задача у нас учебная, то не будем обращать на это внимания.